На участке 21,90 в день 1 июля общероссийского голосования по поправкам Конституции Российской Федерации активность очень высокая. Эта активность высокая двух направлений. Во-первых, сегодня, как мы даже и не ожидали за 6 дней голосования, активно подтянулись местные жители. Активность выросла в 2 раза по сравнению с теми днями предыдущего голосования, до дня голосования. И еще удивляет активность граждан соседней Донецкой Народной Республики. В общей сложности за 6 дней голосования в выборах в общероссийском голосовании приняло участие более 1500 жителей Донецкой Народной Республики. Жители приезжают сами, за свой счет, покупают билеты. И чем они аргументируют? Больше всего мне удивило, очень искренне и конкретно они голосуют и говорят откровенно: мы вот за эту поправку, поправку защиты отечественников за рубежом. Они говорят: мы очень хотим, чтобы нас присоединили к России, мы хотим, чтобы было как у вас. Поэтому активно граждане приезжают к нам на участок, единственный участок в городе, на котором могут проголосовать жители ДНР, и искренне голосуют за поправки к Конституции.